Маршрутное такси признано самым опасным видом транспорта. Согласно исследованию ВЦИОМ, такого мнения придерживается большинство россиян, а именно 47% опрошенных. Среди москвичей и жителей Санкт-Петербурга эта доля еще выше. Главные причины опасений являются аварии по вине водителя. Каждый четвертый полагает, что автобусы представляют большую опасность. Это связано с регулярным нарушением правил поведения на дорогах другими водителями, плохое покрытие дорог и плохие погодные условия. Для 17% наших сограждан самым опасным видом транспорта оказались трамваи и троллейбусы. Стоит отметить, что наземный городской транспорт при этом пользуется наибольшей популярностью даже в городах-миллионниках, где есть метро. Еще 38% респондентов считают самолеты наиболее опасным средством передвижения, прежде всего из-за плохого технического состояния. Чаще остальных не доверяют перелетам жители сельской местности.